Крупнейшая за последнее время ударная авиагруппировка создана в России в рамках учений «Центр». Сергей Шойгу сегодня подвел итоги самых масштабных маневров и в целом всего года. Как отметил глава Минобороны, были задействованы все виды войск и вооружений. Действовать приходилось преимущественно на незнакомых территориях. Он также сообщил, что в ближайшее время будет усилена боеготовность военно-морского флота. В следующем году он получит 5 береговых ракетных комплексов «Бастион». А к 2021 году планируется полностью переоснастить все прибрежные ракетные части современным вооружением. Что касается береговых ракетно-артиллерийских комплексов, они несут боевое дежурство в оперативных зонах всех флотов, прикрывают действия корабельных сил и защищают морские границы Российской Федерации. Для успешного выполнения поставленных задач они оснащаются современными ракетными комплексами, которые обладают высокой мобильностью и малой уязвимостью от ударов с воздуха. Такие комплексы уже используются в акватории Черного моря.